чего нужна исповедь? Исповедь – это одно из семи таинств, которые установлено Господом, и о котором Он сказал, обращаясь к апостолу Петру: «Даю тебе ключи от Царства Небесного. То, что ты свяжешь на земле, то свяжется на небе. То, что ты развяжешь на земле, то будет развязано на небе». Вот исповедь – это развязывание на земле тех грехов, тех ошибок, которые мы наделали. Можно, так сказать, такой аллегорию привести, это как ластик. Вот мы сделали домашнее задание, и там ряд ошибок допустили. Мы берем ластик, подтерли, и все чистенько стало. Вот этим ластиком исповеди мы можем подчистить всю свою книгу жизни.